блядь, Майнкрафт! Здорово, бандиты. Это, конечно, восхитительно, нужно сделать 180. Ну, а другой хуйни на частоте 228 не может быть. Вот у моей супруги не в чем ходить. Бедная женщина, а. 27 пар обуви, хуяк и пиздец. Я погоде. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Это город Норильск. 11 сентября или 10. Ебануться. People are suffering, people are dying. You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my... Пакет брать будете? Не надо. Бля, ты серьезно? Лива! Я вас спасу! Олега спасу! Сейчас у нас сезон видеоигр наподобие GTA, вот у меня Сидор же в шкафу сидит. Прикольно, да? Видно, что рыжая бледота девушка Паркера, потому что она вроде как в смертельной опасности, в заложниках у псих. Но вы, блять, посмотрите просто на выражение ее хари. Да мне похуй! Ребят, если вы хотите, чтобы ваша вторая половинка выглядела именно так, то напишите своей матери смс-ку «Я идиот». Посмотрим, сколько нас. Рюкзак. Рюкзак. Скажите рюкзак, скажите рюкзак. Рюкзак. Громче. Рюкзак, блядь! Хочешь его обратно? Да, хочешь? Можно, пожалуйста? А хуй тебе! Я тебя найду. Ну, давайте, хочешь, давай мне меня. Давайте. Боритесь втроем. Нет, это тогда, если бы на свадьбе был Федук. О, Федук, уходи. Сейчас вы сможете испытать на себе всю убийственную мощь темной стороны. Опять решил взять академический отпуск? Только теперь тебя точно заберут в армию. И будешь ты траву красить где-то в Сибири. Жопа сладкий? Нет. Тогда почему меня кушаешь, гондон рыжий? Ой, тьфу, блядь, тьфу, жопа засратый, не помыл. Baby. I don't know, I don't believe all that shit when people say that Google's like recording you. Like, I know that they're constantly listening. Рашти, 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 там двое ползают. Enemy spotted. Давай, 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 ну. Ну, блядь. Пацаны, вы, блядь, нормальные? Гилла, мид гилла, блядь. Кто-то жопой повернулся. Что такое? Какие из этих качеств свойственны твоему характеру? Многосторонний. Кибер-человек. Живость не надо. Живость, да, это лишь. Оплатите смс. Ой, это же фанат Тойоты хочет трахнуть меня взад. Кажется, мне надо бежать. Ну куда ты пошел, пес? Камень! Ура, она не умерла! Задонатьте, если хотите, на лечение. Светка, как изменять и не париться?
Не трахайтесь в бане. Друзья всячески пытаются помочь. Дело доходит даже до запирания в изоляторе, но ломка оказывается сильнее. Начальник! Начальник!